30 градусов. Самый жаркий день, на мой взгляд, лагеря. И мы переехали из Гранд-Холла в корпус, чтобы ребятам было не так жарко. В Гранд-Холле у нас осталась только акробатика. А в корпусе у нас сегодня музыка и удары по ракеткам от Пети. Тут у нас акробатика от Юры. Помахали руками. Это Юра. Это Гарин. Всем привет. Все, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Что я могу сказать? Вова, что ты можешь сказать? Как прошло шоу? Шоу прошло хорошо. Ты участвовал в нем? Я участвовал в нем. И как? Я участвовал в нем хорошо. Наверное, у тебя был план, ты его придерживался? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Она сработала? Она сработала. Ну, вы слышали. И увидите кадры шоу, я думаю... Вам понравится. Вот. Это Петя. Он приехал чуть позже. Инструктор УРСУ. Петр Котелевский. Тренер нашего лагеря. Прошу любить и жаловать. Я постараюсь в течение лагеря представить вам всех наших преподавателей. Почти все они больше меня. Ну и по росту, и по размеру. Вот. Прошло сегодня шоу. Был еще один костер для 1, 2, 3 отрядов. Были классы для родителей с детьми, для просто родителей, бассейн, куча всего. В этом влоге мало разговоров. Завтра хочу про кое-что другое сказать, про историю, про то, как получилось, что мы начали делать влоги и для чего. Потому что пришло много-много-много разных фидбэков, обратной связи по влогам, которые мы делаем. Поэтому я хотел бы пояснить пару моментов. А так, доброе утро, либо спокойной ночи, смотря... когда вы смотрите наш влог, и не отключайтесь, следите за нашими
похождениями в лагере, за нашими успехами. Знаете, что будет, если вы увидите ряженку? Что будет? Вы будете за ряженкой. Оригинально.